И всем приветики, ползатики, с вами снова GameShock. Мы продолжаем играть в игрушку Бравл Старс. И вот, вышел скин на Шельку, Шелли пассажа, где мы можем выиграть. Да, я тут два раза проиграл. Осталось нам всего лишь три катки сыграть, и у нас будет Шелли пассажа. Это очень круто. Также я выбил, ну, точнее, докачал 4 больших ящика. Думаю, мы апнем Джекки и выбьем хотя бы Мистер Пи или Макс. Да. Кстати, в том видео я сказал, типа, большой бокс. Нет, это был мега-бокс. Вот тут был халявный мега-бокс. Да. Камертон какой-то. А, стоп. 1003 булитуса. Осталось 100, и будет он тоже 9 уровня. Так, давайте сыграем. Самое лучшее тут, то что лучше играть вот в такой вот команде. Потому что тут вы можете смотреть, кто на чем будет играть. И это очень хорошо. Потому что так вам будут рандомно попадаться. Рандомы попадаться. А так все очень круто. Я тут выбрал себе эту. А эту, как там? Забыл название. Биби, во, все, вспомнил. Две пчелы. Черт. Тикая. А, ну все, забила. Молодчила. Ха-ха. Да, бои тут идут не очень долго. Но зато очень интересно. Так, блин. Все, бежим. О! Блин! Ух ты! Как она так быстро бежит прям? Я что-то не понял. Сейчас главное не проиграть. Черт. Очень опасно. Слишком опасно даже, я бы так сказал. Ух ты! Фух, успели. Так, тихо. Пуньк. И вот так вот. Все. Теперь осталось только бежать. Мы ведь быстрые. Очень быстрые, серьезно. Прям мега быстро. Ауч. Все, теперь осталось тупо бежать. Пуньк. Yes. Первый бой выиграли из третьих раундов. Осталось чуть-чуть. Я так рад. Вот поэтому я использую сейчас вот это. Да, я в тот раз, когда был чемпионат, ну, отбор на чемпионат, я немного тупанул и вот так вот не делал. Потому что это самая лучшая тактика. Вы можете смотреть, кто с чем играет. Это же просто офигенно. Кстати, у меня 2500 старпоинтов. Круто. Очень-очень круто. Ух ты! Пешки на трёшке. Тут будет очень опасно. Ух ты. Ничего себе. Так, быстро. Тикаем. Уэу. А эта фигня что, не будет пропадать? Она раньше пропадала. А, ну все, вот, идеально. Хопа. Вот поэтому я бипку и беру, потому что она очень быстрая. Прям мега топовая. Опа, все. Осталось только добежать. Но тут будет уже проблема. Поэтому надо ждать тиммейтов. Я такой просто бегаю туда-сюда. Опа. Такой кукусики. Ух ты.
Ой, тупанул чё-то сильно. Сильно жестко тупанул. Нельзя так тупить. Вообще нельзя. Бегом! Бегом! Почти! Он такая, ну ладно, раз он собрался забивать, помогу ему. Я серьезно почти забил, и он сам себе в рот забил. О май гарбл. Давайте смайлик отправим. О господи, это было так круто. Остался последний, третий раунд. Главное сейчас не потеряться. Не просрать. Вы сейчас не представляете, как меня переполняет адреналин. Адреналин. Раш. Все будет использовать для вас. Так, ну, в принципе, мы быстрые. Вот так. Будем бежать. О, да, убил. Нет! Черт! Ну, просто не хотелось потерять просто так. Уху-ху-ху-ху, сейчас смотрите. Так, все, теперь бежим. Бежим на пролом. А, нет, не получится. Тут слишком жестко. Блин, вот тупанул немножко. Все, теперь бежим, 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 бежим. И еще раз бежим. Опа. Надо пытаться максимально маневрировать ситуацией. Блин. Если не успеем забить, это будет мега фиаско. Сильно неприятная ситуация, так скажем. Почти. Тупанул жестко слишком. А с чем Тара отправила мяч вот так вот, со всей дури. Ну все, это ГГ, мы не успеем. Даже если бипка очень быстрая, мы не сможем. Вот смотрите, 10 секунд. 6, 4, 3, 2, 1. Мы бы не успели, даже если бы я забежал. О май гарбл. Так, все, выходим из тьмы. Это остался последний шанс. Последний, мать его бы, и последний шанс. Последний, надо... Я максимально сейчас пытаюсь играть, но, блин, опять они, что ли? Нет, нет, нет. Если это будет опять они, это будет очень плохо. Потому что это будет фиаско, братан. Нет, нет, нет. О май гарбл. Что это сейчас случилось? А чё творят мои сокомандники? Я в шоке. Но это ж было близко, но так далеко. Так, давай, давай, давай.
Ну, у них один лаганый чел есть. Опа. Все, найс, 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 найс. Да! У-у-у! Это было опасно. Чёрт, чёрт, чёрт! Нельзя допустить ни одной ошибки сейчас. Мне хочется плакать. Мне хочется плакать. Одна грёбаная победа. Одна! Чёрт! Ах, давайте откроем большие сундучки, вдруг что выпадет годненького. Найс. Круто, хоть что-то выпало. Бибки затопнем. Еще ли он? Би еще падает. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был очень сильно печальный гейминг Пшок. Всем удачи, всем пока. Пока. Даже не буду цокать на прощание.